Этот автомобиль родом из США, имеет бразильские корни, при этом собирается узбеками. От такой солянки может пойти кругом голова. У него на капоте изображен Меркурий, а название переводится как «легкий путь». Эта машина имеет очень богатую комплектацию, при этом ее стоимость одна из самых низких на рынке. Инженеры, которые занимаются этим автомобилем, утверждают, что это один из самых надежных и комфортных автомобилей, которые есть в своем сегменте. Я уж прям чувствую, как некоторые из вас возмутились. Такого не бывает! Но давайте не делать преждевременных выводов и досмотрим нашу программу до конца. Это первая передача, друзья, и сегодня мы тестируем Ravon R4. Это Ravon, друзья. Модель называется R4. Темная лошадка нашего украинского автомобильного рынка. Но пока что темная. Если вы досмотрите нашу программу до конца, она точно станет уже светлой. Сейчас я устроюсь поудобнее, и мы начнем. Да что ж это такое? Да господи, ну кто же это придумал, ну? У меня такое впечатление, что меня посадили на табурет и дали в руки руль. И дело здесь не в твердых сиденьях. Нет, они очень мягкие и даже удобные. Просто они не опускаются ниже. И получается, что моя голова упирается в потолок. И это, ну, не совсем удобно. А какой средний рост у узбеков? 169? Ну, все понятно. У меня 191. Ну что же, если сесть ровно не получается, то можно немножечко прилечь. Вот как я сейчас это сделал. В принципе, ну, относительно удобно. Ладно. Первая передача – это не рекламный продукт, потому что все, что мы скажем в этой программе, может быть использовано против нас. Что ж, первым делом нужно, конечно же, привязаться ремнем безопасности. Хоть здесь есть, кстати, подушка безопасности, даже две, вот, в бюджетном автомобиле. Но ремень – это самое лучшее, что пока что придумали в этом мире. Поехали! Как и полагается бюджетному автомобилю, давайте начнем сперва с цифр. Вообще цифры — это очень серьезная штука, которая как мухобойка, можно прихлопнуть своих конкурентов. Дизайн автомобиля, качество пластика, работа аудиосистемы — все это, безусловно, очень важно, но только в автомобилях, наверное, классом выше. Сейчас же мы имеем дело с бюджетной машиной, стартовая стоимость которой начинается с отметки, внимания, 242 тысячи гривен. Это менее чем 9 тысяч американских долларов. Это за полноценный большущий седан. И что я должен рассказывать о качестве салона? Хотя низкая стоимость — это же не повод, чтобы делать как попало. Плюнув, тем более на безопасность. Потому давайте разбираться подробнее. Ravon R4 конструктивно не новый автомобиль. Пару лет назад он активно продавался в странах СНГ под названием Chevrolet Cobalt. Правда, в Украину эта машинка так и не добралась. Chevrolet Cobalt, а сейчас Ravon R4, разработан в 2011 году бразильским отделением General Motors как для страны диких обезьян, так и для других держав третьего мира. То есть для тех, где покупатель не богатый, дороги не очень, и климат не сахар, и бензин не фонтан. Очень подходящее описание для Украины. В основе седана глобальная GM-овская платформа Gamma 2, на которой, например, построены Chevrolet Tracker, Spark и нынешний Aveo. У нас сегодня максимальная комплектация Ravon R4, и я вам скажу, что напичкана она по самые... Здесь у нас и кондиционер, и две подушки безопасности, и аудиосистема, которая, кстати, звучит неплохо, несмотря на то, что она выглядит, ну, не очень современно. Что-то подобное я видел в Chevrolet Lachetti еще тех годов. Но здесь она, друзья, читает флешки, а также подключается к вашему мобильному телефону через Bluetooth. И самое главное, друзья, здесь установлен шестиступенчатый автомат. Шестиступенчатый, это как минимум экономия вашего топлива. Правда, ну, в такой комплектации, конечно же, автомобиль стоит немножко подороже, чуть-чуть выше 10 тысяч американских долларов. Но если посмотреть на конкурентов... Ravon R4 имеет довольно внушительные размеры. В длину он растянулся почти на 5,5 метра, в ширину на 1735 миллиметров, в высоту на 1,5 метра. Но самое главное – это багажник.
543 литра. При этом здесь практически чистое пространство, которое не съедается дугами и выемками. Есть возможность перевозить и габаритные грузы, ведь заднюю спинку можно сложить. Еще один важнейший показатель для автомобилей подобного класса – это, конечно же, клиренс. Потому что владелец такой машины подразумевается, что он будет постоянно шнырять на дачу, ездить в места, где дороги не всегда вообще существуют. Клиренс здесь по паспорту равен 160 мм, то есть 16 сантиметров. Это немало. Я вам скажу, что не каждый даже паркетник имеет вот такой клиренс. Обычно в наших программах мы не измеряем клиренс автомобиля, но сегодня сделаем такое небольшое исключение. Рулеткой я все-таки запасен. Мне кажется, что вот этот бордюр подойдет. Сантиметров 16 должен быть. Итак, оп! Я, наверное, сейчас похож на какого-то идиота, да? Ну, на самом деле 14. И мы видим, что 10, 15... 16 сантиметров. Это ровно под клиренс нашего автомобиля. Ну, выше, в принципе, бордюры, они есть, но их мало. Судя по вот этой штуке, уже кто-то переезжал. Надеюсь, что не на Равоне. Виталик. Это я к Кличко обращаюсь. Не мог ни одного нормального бордюра поставить, чтобы мы могли измерить клиренс нашего автомобиля Ravon R4. Непорядок. Сейчас мы поедем к МДА. Может, там бордюры повыше. А вот наша машина. Посмотрите, какие у него глаза. Она испугалась. Она испугалась твоего сорока безопасности. Я думаю, что она, конечно, не переедет. Но мы сейчас померяем, какой у нее клиренс от бордюра, чтобы быть уверенным абсолютно точно. Итак, оп. Да, вот здесь на самом деле 24 сантиметра. Это вот самая крайняя точка бампера. Это уже как, я не знаю, внедорожник серьезный. Итак, ну, около 22 сантиметров, я вам скажу. Не буду залазить под машину и мерить там нижние точки, но поверим все-таки паспортным данным, 16 сантиметров. И это, в принципе, для автомобиля вот такого класса, это тоже очень серьезный результат. Результат, который позволит вам вообще не задумываться над всякими бровками, ямами и всякой чушью, которая в Киеве, ну, просто... Да как в Киеве? Ну, в Украине. Просто завались. Ну что, будем мерить? Ну что ж, давайте мы сейчас попробуем замерить еще разок, чтобы удостовериться. Итак... У нас 14 сантиметров с этой стороны, 16 сантиметров 100, если вы помните. Смотрите, ну тут даже мне нечего добавить. Так, вот здесь, кстати, тоже опасно, потому что защита самая нижняя точка, и, возможно, он сейчас сможет дотронуться защитой к нашему бордюру. Ну, сейчас посмотрим. Оп! Вообще без проблем. Вообще без проблем. И здесь тоже нужно обратить внимание, что сзади у нее немножечко срезанный бампер под углом. Это значит, что у нее геометрическая проходимость все-таки очень хорошая. И автомобиль без проблем только что слез с очень высокого бордюра. На этом мы заканчиваем мучить наш Ravon, и дальше будем ездить уже по нормальным дорогам. После прыжков с бордюра самое время поговорить о прекрасном, то есть о дизайне этого автомобиля. Вы зададите мне простой вопрос, нравится ли мне дизайн этой машины? Я вам скажу честно, нет. Вообще, мне кажется, что он похож на какого-то зверька, который увидел динозавра и испугался. Сделал вот такие вот круглые здоровенные глаза, сейчас говорю о фарах. Но с другой стороны, если посмотреть на философию дизайнера GM, они не скрывали, что ориентировались на публику, которой все равно, как выглядит их автомобиль. Главное, чтобы багажник был большой, салон вместительный, да и ехала она прилично. Если вы солидарны с философией бразильских американцев, Ravon может вам вполне подойти. Вы, наверное, думаете, почему меня сейчас так трясет, друзья, по всему телевизору. Я вам скажу, что я специально выехал на лесную тропинку и пробиваю нашим Ravon'ом себе путь. Я хочу проверить только одно – качество подвески. Пытаюсь пробить эту подвеску, если у меня получится, я обязательно вам об этом расскажу. Пока что результаты отрицательные. Она работает очень неплохо, мягко,
отрабатывает все вот эти сумасшедшие ямы, и у меня вообще, кстати, претензий к ней нет. Подвеска меня удивила. На бюджетных автомобилях, как правило, существуют проблемы. Подвеска грохочет здесь. Она работает настолько упруго, настолько правильно. Вам ее покажут и расскажут в нашем техцентре. Тарас Килиберда, наш механик, уже готов вам выдать всю основную информацию. Кроме подвески, вы, конечно же, посмотрите, как обработана эта машина. Мы долго думали, стоит ли в этом автомобиле замерять динамические характеристики, и пришли к выводу, что все-таки стоит. Понятно, что владельцу этой машины, в принципе, все равно, за сколько она разгоняется от 0 до 1 сот. Потому что эта машина будет использоваться совсем для других целей, и явно не для гонок. Но заявленные цифры 12,6, вот сейчас мы проверим, насколько они совпадают с паспортными данными. Поехали! Ну что ж, чувствуется, в принципе, подхват довольно такой приятный. И мы начинаем набирать. 12,6 это довольно много, потому что только 8 секунд позади. Ждем, 10 секунд позади. Давайте. 12,1! Вот так, друзья. 12,1! Ну, что ты можешь сказать? Это значительно лучше паспортных данных. И у меня сразу же вопрос к узбекам, почему они так стесняются в своих показателях, потому что они нам сказали, что это 12,6. На самом деле машина разгоняется лучше. Узбекский производитель не предлагает в своих автомобилях выбор моторов. Берите, как говорится, что дают. А под капотом у нас двигатель 1,5, его объем мощностью 106 лошадиных сил. Вы скажете, не густо, но смотря с чем сравнивать. Потому что если посмотреть на тех же конкурентов, которых мы сегодня очень часто с вами вспоминаем, то они предлагают за подобную стоимость, даже чуть выше, двигатели объемом 80-90 лошадей, не больше. Еще 10-15 лошадок, и это уже другой сегмент за совершенно другие деньги. Но самое главное для такого сегмента — это все-таки не мощность, наверное, а его аппетит. И тут по паспорту нам обещают всего лишь 6,7 литров на трассе и около 10 в городе. Кто-то скажет, конечно, многовато для такой маленькой машинки, но не забывайте, что здесь автомат, а это как-никак, но плюс к расходу. Ну, за удовольствие нужно платить. Итак, друзья, такого в нашей программе еще точно не было. Вы впервые в Украине увидите полноценный технический осмотр вот этого автомобиля. Revon R4, это Тарас Килиберда, ваш любимый, я надеюсь, механик. Здравствуйте, друзья. Да, и сегодня я то ли будет хвалить, то ли будет разрывать на куски этот автомобиль. Все зависит в данном случае от тебя сегодня. Друзья, вы знаете, я даже не знал, как он называется до того момента, как он сюда заехал. Точнее, я не мог выговорить его название. Revon R4. Но я думаю, снизу будет все намного проще. Ну, вполне украинское название. Revon. Знаете, Реве — это стог, нагиб, широкий. Знаешь такую вещь? С этими будет ассоциация у меня. Как я увидел, от бампера до защиты. Защита здесь, между прочим, заводская, не установленная. К этому мы сейчас тоже подойдем и два слова скажем. У нас полностью все это пространство между радиатором и бампером закрывает сам же бампер. Как правило, через 50-60 тысяч автомобиль остается без этого козырька, и сюда попадает всякий мусор, ну и камни, и все остальное. Здесь же находится цельный бампер, который вряд ли когда-нибудь отломается, и вряд ли его можно тут как-то слишком легко пробить, но Саша даже пробует, смотрите. Пытаюсь отломать кусочек. Но себе если на память. Вы порвете эту цельную часть бампера, то здесь необходимо будет менять весь этот бампер в сборе. Так как автомобиль даже со сложно выговариваемым названием, то бампер вряд ли вы найдете где-то. У него просто проблемы с речевым аппаратом, друзья, вы не беспокойтесь. Он не может выговорить слово Revon. Но... И запомнить. Ты Тараса Шевченко в детстве читал? Даже стихи учил. Теперь два слова о защите. Стоит заводская защита, металлическая, по толщине где-то, наверное, 1,5-2 миллиметра. Нонсенс. Просто очень... в Узбекистане очень много металла, в отличие от Украины и других стран. Да, у них металла просто завались, и потом их ставят где попало. Точно. Подвеска. Ну, подвеска здесь классический Макферсон с одним рычагом внизу.
Я сначала, когда зашел в оригинальный каталог, я очень был рад тому, что здесь полностью каждый элемент съемный. Он съемный и предлагается завод-изготовителем. Это передний задний саденблок и шаровая опора. Но тогда, когда я начал пробивать все эти запчасти уже в наших прайсах, в украинских, которые предлагаются нашими поставщиками, 80% запчастей вообще не заходили на территорию нашей страны. Ты хочешь сказать, что китайцы не добрались к узбекским автомобилям? Пока еще не добрались. Поэтому, друзья, даже цен на неоригинальные запчасти, даже, ну, нету цен. Единственное, что да, тормозные диски, тормозные колодки, вот они есть, да, они попадали, но не тоже под заказ. Тормозные колодки, если кому будет интересно, не знаю, конечно, как в разрезе с официалом, но на этот автомобиль стоит 750 гривен. Это не дешево для данного класса автомобиля, да. Саша, ты знаешь, когда я прошелся под низом этого автомобиля, я был просто в шоке. Такое впечатление, вроде бы этот автомобиль был последний на конвейере, а у них было ведро этого, вот этой хер... для обработки. И они брали шпатели, тупо вот так вот бросали сюда. А, не буду. Я уже заговорился. Обработка колоссальная, друзья. Очень качественная. Ну просто. Ну что ж, это хорошие новости, друзья, потому что вы, по крайней мере, можете сэкономить хорошие деньги на обработке вот этого автомобиля, если вы вдруг думаете приобрести подобную тачку вам в семью. Обрабатывать ее не надо. Вот эта вот балка, да, торсионная, они сделали облегчение. Вот эти вот технические отверстия, это и есть облегчение этой балки. То есть они как бы, наверное, выбрали такую золотую середину. Это упругость, надежность, ну и, в принципе, легкость. Ну, не все же понимают хорошо в автомобиле, да? Кто-то смотрит и думает, почему она дырявая? Новый автомобиль, дырявая балка, елки-палки, да? Это облегчение, друзья, все нормально, не беспокойтесь. И задние барабанные тормоза. Ну, я не знаю, как бы сейчас производители от задних барабанов уже, в принципе, отходят. Но почему-то узбеки решили перенять вот это вот все эти прошлые эпохи вот на сегодняшний день. Мне кажется, ты забыл о одной очень интересной вещи. Сколько стоит этот автомобиль? Мы рассматриваем сегодня не Mercedes, не Volvo. Суппорта, конечно, гораздо дороже, нежели тут все по кругу вместе взятое по тормозам. Но ресурс на суппорта намного больше, нежели здесь. На самом деле, глядя, вот я не знаю, вот вы посмотрите, и у вас сейчас будет возможность посмотреть этот автомобиль, глядя на него снизу, ну вот качество такое вот просто, вот страна, как ты сегодня там вначале сказал, у них металла много. Все железное, все толстое, ну вот реально, да, ощущается качество. Смотри, какая тут интересная штука есть, вот. Крючок, да, которым ты чуть не ударился головой, впаянный сюда, вваренный, это в днище запасного колеса. И лючок под клюк тоже можно, реально. Буксировочный. Ну, на самом деле, да, это тоже огромный плюс, потому что если вдруг вам не хочется подлазить под машину, да, чтобы цеплять этот крючок, у вас есть выбор. Можете вкрутить туда специальный крюк и тянуть, ну, еще один равон за собой. Может быть, вы покупаете сразу пару. Ну, все может быть. Очень удобное расположение всех агрегатов, да, то есть насос гидроусилителя, приводной ремень, тот же радиатор, к которому мы возвращались, то есть это говорит об удобстве обслуживания этого автомобиля и в частности этого двигателя. Опять же вернемся к Chevrolet Cobalt, это его мотор 1.5 цепной привод, но разработка очень хорошая, она очень хорошо себя на этих же Chevrolet проявила в России, был он специально разработан для сложных климатических условий данного региона, поэтому, ну, наверное, двигатель можно только угробить без масла, да, там, шуруя на скорости 150 км в час. General Motors. Это мотор, да, чисто General Motors. Посмотри на культуру выполнения этого автомобиля. Все красивенько, все помечено, все, я уверен, затянуто с нужным моментом, все под это самое, все подогнуто, ну просто вопросов нет. По-медицински. На самом деле здесь ничего заурядного нету. Это простой разделенный впрыск, да, 4 форсунки, 4 свечи, 4 катушки. Опять же хочу отметить, очень хорошо, что здесь цепной привод. Почему? Потому что в 1.5 моторах, если вы знаете, в 1.6 моторов джемовской разработки там идут ГРМы, да, ремни ГРМ. Они имеют не совсем растянутый регламент. Я даже знаю, что на некоторых разработках сейчас там ДЭО официалы дают регламент по замене ремня ГРМ. Это от 30 до 40 тысяч, но это очень мало. Те люди, которые ездят на данном типе автомобиля и считают деньги, менять его каждое второе ТО, но это немножко затратно по деньгам. Заливайте масло нормально, приезжайте на ТО, да, кстати, ОТО. Ассортимент фильтров существует очень большой на этот автомобиль, на этот мотор. Колебаются масляные фильтра от 150 до 300 гривен. Потребляемое сюда масло будет до 4 литров, поэтому обслужить этот мотор, сделать минимальное ТО, ну, в принципе,
принципе, до 1000 гривен будет стоить. А мне понравился этот плед. Серьезно, я даже мог бы его отодрать, и можно даже на нем спать или укрываться. И домой очень, забрать. Очень чистый да мягкий. В самом начале нашей программы я очень долго устраивался в седле этого автомобиля, потому что так получается, что кресла здесь установлены очень высоко. Если вы садитесь в вертикальное положение, голова упирается в потолок, даже несмотря на то, что здесь есть специальные выемки для очень высоких узбеков. Это раз. Второе, так как я сижу очень высоко, то уровень глаз моих находится на уровне вот этой арки. Чтобы посмотреть, что мне там сбоку, нужно опускать опять же голову и присматриваться. Это не есть действительно хорошо, и это, мне кажется, очень большой просчет эргономический конструкторов этих автомобилей. Хотя, если рост у вас немножко пониже, ну, там, в пределах 180, мне кажется, что вот то, что я сейчас вам рассказываю, вы вообще не почувствуете и не ощутите. Разве что вам могут не понравиться вот эти вот слишком толстые арки, которые, ну, в принципе, изрядно закрывают боковой обзор. Сделайте чуть-чуть сиденье пониже, и уж поверьте, это будет вам огромный плюс, и наша программа снова протестирует эту машину и расскажет, какие вы молодцы. Подводя итог нашей программы, могу лишь сказать одно, что при желании прицепиться можно было бы, конечно, ко многому, если тем более речь идет о бюджетном автомобиле. Но стоит ли это делать, если речь о самом дешевом автомобиле с автоматом на рынке? У машины неплохой двигатель, мы сами смогли в этом сегодня убедиться. Просто фантастическая обработка, очень хорошая подвеска и неплохая комплектация. Да, дизайн не яркий, но кто сказал, что за 9000 американских долларов можно купить лимузин? Как я уже говорил в начале нашей программы, клиенту придется выбирать между Ланосом, Зазвида и Лаганом. И среди этих автомобилей я бы все же выбрал Лаган как самый надежный, добротный автомобиль, который себя уже давно отлично зарекомендовал на рынке. Но тут вступает в силу важный фактор – это цена. Ведь даже топовая комплектация Ravon R4 стоит 290 700. И это на 12 тысяч дешевле, нежели самая базовая комплектация Renault Lagan на ручке. И вот здесь становится ясно одно. Чтобы сделать очевидный выбор потребителю, узбекам придется каким-то образом доказать этому самому потребителю, что замена значка с Chevrolet на Ravon в этом автомобиле никак не повлияла на его качество. Это первая передача, друзья. Спасибо, что все это время вы оставались с нами. Не забывайте подписываться на наш Facebook. Первая передача «Украина». Ставьте там ваши лайки и пишите нам, конечно же, комментарии. Чем их больше, тем лучше мы будем работать для вас. На этом все, друзья. С вами был Александр Федченко и вся наша команда первой передачи. Папа, увидимся. А что, неплохая машина, кстати. Газ поставил, вперед. Штурмует европейские дороги. Даже управляется нормально. Как барыша, да?